Он проехал Sunrail, на который мы сейчас сядем. Они ходят каждые 30 минут. Это уже Винтерпорт. Поехали. Поднимайтесь! Сейчас мы встретимся с Наташей и с ее мужем. Они едут, по-моему, в Дебери они живут. Это конечная остановка вот этого Sunrail. Давайте, поехали. Так интересно, вот сейчас. Вот она наша станция. Тут не только останавливается этот Sunrail и поезда Amtrak. Это ветка Amtrak, которая объединяет все США. Поехали. Останавливаемся. Сейчас мне нужно на парковочку. Надеюсь, там будут места. Я Наташа сказала, Наташа, а что делать, если мест? Вот там наша знаменитая, популярная парк-авеню. Тут надо очень-очень осторожно. Мы как все забито. Все хотят поехать на Sunrail. Я очень надеюсь, что место здесь будет для меня хоть одно. Ага, еще ж потом Наташе надо место найти. Вон сколько людей. Вон как много интересного здесь. Забита парковка. Тра-та-та-та-та. Так, я вот припарковала свою машину. Вот Наташа. Как мы прямо вовремя. Я думаю, да, мы ж приехали на станцию. Итак. Ну, я надеюсь, что можно парковаться, потому что тебе паркинг. Так, ага. С 1 мая паркинг лот тюби 4. Except within employee. Я поставила привет. Я поставила. Привет, моя хорошая. Девочки, я поставила машину. Я сильно вся в креме, меня сильно не целуйте. Кто английский понимает? Вот написано, что паркинг, что там except, кроме employee. Вот написано except an employee parking permit. Ты думаешь, будут автобусы? Ну, она автобусы-то есть, но она знает, докуда, допустим, уже красавица такая. Вау, все белое. Вот так вот. Мы с тобой должны ходить вместе парой. Видишь, я черно-белая, ты черно-белая. Ты меня все время хвалишь. Не, ну так посмотри, какую красавицу. Дело в том, что когда я ей говорю, она мне не верит. А ты, знаешь, сама в зеркало вообще смотришь на себя? Я сейчас сижу на Коловане. Ты слышала о Коловане? Нет. Колована, это вся Россия сейчас сидит на ней. Это частичная система. Система на 2 недели. Ага. И вот я сейчас на ней сижу. Ну я вижу, ты уже это вся и чистая такая. Я на 8 паунтов. Чисто. 10 паундов сбросила. Ничего себе, я тоже с тобой сяду, посижу очень рядышком. Очень хорошая, я раз в год это делаю. У нее просто кукольное лицо, я почему так восхищаюсь, потому что у нее лицо кукольное, как будто ее взяли и слепили. Нет, самое главное, что когда ей говоришь, она от меня она воспринимает это чуть ли не как не оскорбление. А вот хотя бы чужие люди скажут мне. Тикет. Девочки, а сколько будут стоить билеты? Сегодня бесплатно. Не, вообще сколько будут стоить билеты? Я знаю, что сегодня до 16 числа бесплатно. Итак, билет можно купить вот здесь, прямо не отходя от кассы. А, нет, так, tap here. Emergency, тюкал. Это чтобы позвонить, вдруг что-то случилось. Новую станцию построили. До 16 мы катаемся бесплатно. А потом, сейчас я сразу карту сниму. Connection. И вот он, connection. Дебери. Вот это конечная. Вот. Лонгвуд, Лейк Мэри, Сэнфорд, Алтамонте, Мейтленд, Винтерпарк, Флорида. Ну так, да, как метро, ну а как же людям без машин добираться до работы? Ну вот у меня они должны давать информацию, а какие-то автобусы должны туда можно доехать. Это же для туристов.
А, это да, это больше для туристов, чем для. Я думаю. Нет, это именно говорится для тех, кто работает где-то далеко. Хорошо, вот так, ну, расписание, я, девочки, вот расписание. Все равно надо им как добраться. Вот расписание, цена. Так, один путь $2. Двойной путь 3,75. На неделе 17, на месяц 56 и на год 560. Ты знаешь, что на сайте вот это вот есть, и там даже есть калькулятор. Если ты едешь до, допустим, до Кисими, там спрашивается, какая у тебя машина, сколько бензина она ест, и считается калькулятор, сколько ты экономишь каждый месяц и каждый год. Ну, и я посмотрела, если я бы работала и ездила от Делтоны до Кисими, я бы сохранила $300 в месяц. Вот так вот. Вот так вот. Куда вы так хорошо выглядите? Да, ну она вообще как балерина. А мы что, опять на вы? Ну, я всегда. Здравствуйте. Я не буду тебе выглядеть. Она как балерина. Выглядит шикарно. Вот с тебя вот майку желтую снять, ты тоже под нас списываешься. Черно-белая. Черная, да, сумка, белая это. Мы сейчас ей чем-то нарисуем черным. Очки черные, чтобы за нами следят. Слушай, как красиво в интерпарке. Как я его люблю. Пошли быстрый кофе пить. Быстро-быстро забежала в кофейню. Такой итальянский дворик красивенький, просто такой уютный-уютный. Вот это Винтерпарк мой любимый, потому что тут пахнет и Италией, и Венецией. Ну, хотя Венеция – это и есть Италия. И, я не знаю, во Франции не была. Короче, пахнет всем. Я заказала только что кофе. Вот уже мой кофе готов. Hello. Doppio espresso. Sorry? My doppio espresso. Oh, thank you very much. Ага, yes. Теперь я сюда положу. Немножко этого. Ой, что это такое? Это сироп какой-то. Это хани, вот он, хани. Хани – это мед. Давай, капайся, давай. Переборщила я сиропом и совсем. Бегу же, девчонки же меня там ждут, я их бросила на станции. Они же меня там ждут. Думала, может взять что-то. Можно взять что-то, перекусить какую-то вкусняшку, вот так мой любимый кот. Вот такие вкусняшечки. Все, пошли на выход. Вот и тут же что-то они делают интересное. Какой сладкий. Пошли. Так, надо взять паспорт. Паспорт Купарк-авеню. Но не хочу с собой таскать. Газеты, все, вот это все бесплатно. Берете и идете. Все, пошли. Пошли на трамвайную станцию. Пошли кататься. Так красиво, боже, как красиво. Вот эти вот все, каждая, кто-то пожертвовал деньги, вот написали, кто пожертвовал, и тра-ля-ля, и 3 рубля. Вот, моя станция напротив меня, но по рельсам же я не побегу, я же, слава тебе, Господи, меня не Анна зовут, чтобы кидаться под рельсы. И так пошли, боже, какое красивое, вон оно цветет, как... Магнолия. Мне кто-то спросил, расскажите анекдот про магнолию. Это не анекдот, ну это анекдот, не анекдот, не знаю. Короче, пьяный просыпается утром под деревом и смотрит на дерево, и пытается вспомнить название. И говорит, и сам себе говорит, хочу ли я? Нет, не хочу ли я. Могу ли я? Название. Говно ли я? Нет, говорит, магнолия. Итак. Дайте мне, пожалуйста, перейти, пожалуйста. Спасибо, блин, большое. Вот оно, Парк-авеню, любимейшее мое место. Вообще, все, кто в Орландо, обязательно посетите Винтерпарк. Вы получите просто потрясающее удовольствие. Просто вдохнете запах свободы, запах Америки. И в то же время окунетесь, как здесь кусочек, как бы маленькая Европа здесь. Очень напоминает. Все. И вот это вот большое дерево, его на Новый год украшают, на Крисмас его украшают, делают из него елку. И такая красивая-красивая елка получается. Здесь постоянно, вот там площадка для музыкантов, тут постоянно какие-то концерты. Так, мы переходим на эту сторону, потому что мы едем в Дебери. Тра-та-та-та-та. Как все продумано, как все здорово. Голубочки! Наверное, ну раз мы в Дебери, да? Девчонки мои, красотки. Как я рада! Как мы рады, что мы все из Дебери. Ты же в Дебери живешь? Я и живу в Далтоне. В Далтоне. Фу, там она живет в Колледж Парк. А Колледж Парк это вообще где? 8 минут отсюда. Напротив. А, ну потому что я помню, ты где-то мне говорила, ты недалеко здесь живешь.
надо, что... Бежим, бежим, поезд идет, сигналит, кричит, орёт. Вот отсюда можно пройти. Алла такая, как стрела выпущена из чего? Написано «Wait, а мы прием». Ничего страшного. У нас есть специальное разрешение. Thank you. Мы торопимся. Нам Париж по делу надо. А мы здесь пройдем? По траве. Вот тропинка. Боже, слышим. Слышим, слышим, слышим. Знаешь, как в 30-е годы бежим. Ой, поезд. Ура, поезд. Смотрите, поезд. Ой, что, где кино? Мы как раз вовремя подошли. Ура! 1 мая, ура! Мир, труд, май! Мир, труд, май!